Всем привет, ребята! Вы на канале Ростисена. В этом ролике я вас хочу познакомить одним инструментом. Этот инструмент называется мизарио. Если вы наблюдаете за этим каналом, вы знаете, что мы делаем ролики по криптовалюте, по тематике криптовалюты и даем общую информацию о каком-нибудь криптопроекте, чтобы вы смогли создать свою собственную торговую стратегию. Мизарио — это схожий проект с CoinMarketCap, но дает более детальную информацию о какой-нибудь монете или криптопроекте. Здесь есть, конечно, стандартные графики, скринеры. Если мы заходим в торговлю обычного биржи, там мы увидим только графику проекта. Например, данные, которые предоставляет биржа, не так подробны, чтобы создать эффективную торговую стратегию. Поэтому я вам советую использовать Мизарио. В Мизарио вы можете узнать подробные данные о каком-нибудь криптопроекте или отдельном монете. И исходя из этого, скорее всего, мы не можем сопоставить данные и примерно предположить, как она будет расти или падать. В Мизарио вы можете узнать более подробную информацию о криптомонете и создать более подходящую стратегию под монеты. Чтобы использовать инструменты в Мизарио, вам нужно обратить внимание на верхнюю панель. Там есть различные инструменты. Например, дата. Здесь вы можете увидеть различные скринеры. Скринеры — это вот эта часть, как вы видите. Это таблица по фильтрам. В разделе Research команда аналитиков Мизарио работает над собственной базой статей, где публикуются различные исследования и отчеты. В разделе Intel публикуется внутренняя информация о предстоящих важных событиях, апдейтах, листингах, токенселах, инфидропах и так далее. В разделе Governo собраны данные по голосованиям в различных децентрализованных автономных организациях DAO. События можно сортировать по активам или спискам наблюдения, статусу, категориям и важности. В разделе News публикуются новости с крупнейших англоязычных криптомедиа и официальные релизы проектов. А если вы хотите узнать подробную информацию о проекте, нажимаете на него и попадаете на его портфолио. Здесь вы можете узнать подробнейший обзор, чем криптопроект славится, какая у него идея, как он устроен и так далее. Например, вы даже можете увидеть инвесторов какого-нибудь проекта. Например, это инвесторы блокчейна Bitcoin. И даже можете увидеть, когда эта монета сколько стояла. Например, в 2021 году цена биткоина была выше 50 тысяч долларов. Как я сказал вам раньше, благодаря Мизарио вы можете создать более эффективную стратегию и заработать на этом. Я вам советую использовать именно DeFi как биржу, а Мизарио как инструмент для аналитики. Объединяя их, вы можете получить неплохой профит, конечно, если вы умеете анализировать рынок. Почему DeFi? Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.